Да, ледок-то вообще, слушай. Даже по ногам стучит. Вот тебе и конец декабря. Ну-ка, сколько хоть там? Да. Во! То бишь, где-то шаг в сторону и можно уйти. Надо быть посторожнее. Ну, Скоран — это американская фирма вообще, но делается в Китае, естественно, как все остальное. Что не в Китае делается. Да, вот эта удочка делается не в Китае, она делается у меня дома. Хлыстик в Китае. Ну, хлыстик, да, это даже не то, что в Китае делается, это китайская фирма, это До Юй. Кто, пробка? И леска оттуда. Все оттуда, и камера моя оттуда, и костюм мой новатуровский. Оттуда. Так что единственное, что не с Китая, это ты. Да. Только я, ты, Денис и рыба. Да. А все остальное китайское. Все, я думаю, надо переезжать. Туда, к островам. Там, правда, народ еще сейчас будет. Здесь хорошо. Никого вообще. Тишина. Природа, лес. Вон, вороны кричат. Видимо, здесь никого и нет, потому что рыбы нет. Хотя раньше здесь и народ был, и рыба была. Тут пару фоток сделаю. Да, место красивое. Вот чего не отнять, так это красоты. Сейчас вот. Да. Я не фотогеничен. Опасно вот здесь. Лед 10 сантиметров, 15. Воды на нем, снега. Полно. Не хотелось бы. Да тут не то, что неприятно посреди реки. Да. Пролетели мы с местечком. Ну ладно, будем знать. Какой? Может быть. Вот еще. Ну это мелкий. Полежи пока здесь. На улице тепло. Может и стоит прямо у берега буриться. Потом отпустим. Не, меньше метра.
И прям вот на мягкую-мягкую игру. Ага. Получше. У меня клюет. Ты пришел туда? Ага. Ну кошки вон войдут, а эти уж совсем малы. Вот, сидим, короче. Он ко мне в лунку опускает. Ни хрена не клюет. Я. Вот мы вдвоем реально в лунку. Вон, я ловлю, он нет. Он, короче, что, тебе это освободит? Я, наверное, он туда проборю сейчас. Или там у тебя трава? Здесь трава, но чуть-чуть туда, я думаю. Или вот тут сзади тебя. Вот. Я, короче... Или вот в эту попробовать прям. Тут тянет. Сейчас? Подтягивать немножко. Это одно и то же место? Да. О. С первой проводки сразу. Ну, он мелкого поймал. Но он сам себя освободил. О, плотвичка. Я же говорю, это место ерша и плотвы. О, плотва, да. На блесно? О, у меня тут тоже на мормышку кто-то. Ну здесь вон, окушки. Может только просыпается, конечно. Полежи пока здесь. На улице плюсовая, так что потом вас отпустим. Кошке не стыдно будет идти, блядь. К тёще, блядь. А. Угу. Покрупной. Давай. Крупные. На пол хвоста побольше. Все. Сначала садишься, никого нету. Поиграешь, поиграешь, собираются. Да. Вот. Все крупнее и крупнее. Сейчас, может, и хотя бы до 100 грамм доберемся. Чтоб через 200, да? Да. О, плотвища какая. А где моя плотва? Твоя еще, видимо, не выросла, может плавать. Ну плавать-то точно пока. Что-то вот видно твою поклевку, да? Ты не видел? Не, выложила. Она у меня дрынк-дрынк, я рос, она у меня даже, блядь, это. Я не ожидал, у меня удочка даже вылетела. Удочку ты видел? А? Как ушок.
сразу же. Да, тем более такой зацеп. Алло. Да, более-менее. Алло. В лунке отскочил. Отбивная струя. Здесь кушки-то подобрее. Даже на блесенку можно попробовать. Такой окунь должен брать. Или на балансир. О, блин. Хороший? Да. Неплохой. Есть? Ага. Вот теперь у меня есть. Понятно, почему они там сидят. Цепстер. Ну что, хорошо с окунем. Даже после зацепа, когда ты отцепляешь, он особо не пугается. Он даже порой собирается на это дело. Стучишь там, повозишь. Давай мормышечку мне. Отцепляй. Ну все, мормышечка свободна. Да, насчет балансира я погорячился. Не буду туда его пока совать. Блеснуть еще вот можно. Здесь зацеп, да, ты говоришь? Вот в этой, да. Да и в этой зацеп. Я уж третий раз отцепляю. Вон какая плотвища-то. Вот это уже рыба. А? Это уже рыба. Так. За ус.
ты, какой заглот. Какой ты жадный товарищ. Все, поехали. А этот пускай тоже домой идет.